Доброе утро, дорогие друзья! Я говорю нашим зрителям из Центральной России, в регионе, в котором мы сегодня отправляемся, уже время близится к вечеру. Сегодня мы с вами продолжаем нашу серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». И сегодня первой нашей лекции будет методические лектории по историческому краеведению из Амурской области. А проведет его для нас победитель Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, проводимый Российским историческим обществом, Власова Лариса Вячеславовна. Лариса Вячеславовна является также методистом по музейно-образовательной деятельности Амурского областного краеведческого музея имени Новикова-Даурского. Лариса Вячеславовна, здравствуйте. Очень рада нашей сегодняшней встрече. Уверена, что пройдет она очень интересно, и с удовольствием передаю вам слово для начала нашей сегодняшней беседы. Добрый день всем. Я, как уже сказали, работаю в Амурском областном краеведческом музее. Работаю я в музее с 2002 года. Сейчас являюсь методистом по музейно-образовательной деятельности. Сегодня я проведу лекцию «Организация социально-педагогической работы с трудными подростками» на примере студии исторической реконструкции «Албазинец».
сегодняшней лекции – это работа с трудными подростками на примере нашей студии исторической реконструкции Албазина. В Амурском областном краеведческом музее имени Григория Степановича Новикова-Даурского с 1 августа 2018 года стартовал грантовый проект, финансируемый Фондом поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках проекта для подростков музея была создана студия исторической реконструкции «Албазинец». Цель создания данной студии – это социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей, предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних посредством организации их продуктивной социально значимой деятельности. Задачами проекта являются: трудную жизненную ситуацию, укрепление сотрудничества музея с органами и учреждениями системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации продуктивно-социально значимой деятельности. Для реализации данного гранта необходима была целевая аудитория. Партнерами по социально-педагогической деятельности стали органы внутренних дел, отдел по делам несовершеннолетних администрации города Благовещенска, социальные педагоги общеобразовательных школ. За 2 года знакомство с Албазинской археологической коллекцией. Также мы изначально планировали мероприятие по исторической реконструкции событий, связанных с историей Албазинского острога. Сюда входила разработка сценариев, мини-сценариев, мини-спектакля на историко-краеведческую тему, изготовление декораций, реквизита для мини-спектакля, пошив исторических костюмов, овладение техникой ведения средневекового боя, постановка мини-спектакля на историко-краеведческую тему на территории города Благовещенска и села Албазино Сковородинского района. Также в этот план работы входили мероприятия по подведению итогов работы студии. Это фото- и видеофиксация всех мероприятий, оформление фотовыставки по итогам работы студии. В этой связи рабочей группой был составлен план-график мероприятий. Первое – это формирование целевой группы проекта, разработка экскурсионно-лекционного курса по изучению средневековой истории Амурской области, подготовка и заключение договоров с партнерами, приобретение техники, фотоаппарата, проведение инструктажей по охране труда и техники безопасности для целевой аудитории проекта, проведение цикла мероприятий по изучению средневековой истории Амурской области. Выезд целевой группы села Албазино Сковородинского района с целью посещения территории бывшего Албазинского острога и Албазинского краеведческого музея. Также сюда, в эту работу, входила разработка и написание сценария постановки, создание декораций, реквизитов, пошив костюмов. 6 костюмов – это 4 мужских и 2 женских. Обучение детей технике ведения средневекового боя, репетиция мини-спектакля и, конечно, видеофиксация всех мероприятий. Изначально предполагалось, что к организации мероприятий будут привлечены сотрудники музея, профессиональные артисты, художники-декораторы, представители Амурского казачьего войска. За 2 года 32 подростка посетили студию исторической реконструкции «Албазинец». Из них
12 человек состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 19 человек состояли на внутришкольном контроле, и один человек состоял на контроле в Амурском областном наркологическом диспансере как группа риска. Вот с такими детьми мы начали работать в 2018 году. Два года подростки занимались по программе, которая была разработана специально, и посетили. В первую очередь это мастер-классы. Мастер-классы знакомили детей со средневековой историей. Это история средневековых доспехов, основы плетения кольчуги, стрельба из лука, метание копий и арбалетов, исторический бой на мягком оружии, изготовление средневековых рунических амулетов, знакомство с исторической кузней, изготовление амулетов «Ловец снов», пошив средневековых кошельков, древнерусское писание на восковых дощечках. Вот сейчас как раз на фотографиях вы можете посмотреть, как дети ходили на мастер-классы, знакомились со средневековой историей прямо. Я вот как раз здесь показывается, как они смотрели и участвовали в работе кузни. Мы работали совместно с Амурским областным домом народного творчества. И вот как раз на фотографии, вот мы здесь находимся на территории областного дома народного творчества. А также вот стрельба из лука, из арбалетов, это проходило тоже в Доме народного творчества. Мы специально ходили на мастер-классы. Вот здесь как раз вы можете увидеть бой на мягком оружии. А дети знакомились с оружием, учились собирать, разбирать. Также в программу входили экскурсии по знакомству со средневековой историей. Это Албазин, древняя столица Преамурья, герой Албазина, потомки Гантимура, православная святыня края, Зипун, Сорока и не только. Амурский иконописец, как казаки в Остроге жили, что скрывается за дверью. Вы любите театр? Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. О чем поведали раскопки? Из опыта постановок. Вот здесь как раз на фотографиях мы можем увидеть посещение детьми экскурсий. Вот здесь как раз экскурсия Зипун, Сорока и не только. Дети знакомились с костюмами, которые были распространены в 17 веке. Здесь у нас экскурсия в музее. В зале, который рассказывает о первых поселениях в Амурской области на территории села, настоящего села Албазино. Вот здесь как раз они возле макета Албазинского острога. Дети знакомились с бытом казаков, которые жили у нас в Амурской области в 17 веке. Ознакомились через интерактивные мероприятия, как казаки в Остроге жили. Дети не только пробовали поносить воду на коромысле, сварить кашу в чугунке, они также слушали музыку, они пели песни, водили хороводы. Как я уже говорила, в плане изначально у нас были заложены изготовление декораций, пошив костюмов. И мы так задумали, что так как декорации нам изготавливал Амурский областной театр драмы, у нас был заключен с ним договор, то дети, они знали, что изготавливают декорации в театре драмы. Вот здесь как раз на фотографии они находятся в столярной мастерской театра драм. Декорации в тему средневековья, костюмы шили в этой же мастерской театра драмы. И вот дети здесь находятся у нас на экскурсии.
им даже разрешили поработать, то есть внести свой вклад в изготовление декораций, на фоне которых они затем играли в спектакль. Здесь вы можете увидеть детей на экскурсии, где называется эта экскурсия «Потомки Гантимура». Это герой 17 века. Здесь как раз наш сотрудник музея Наталья Андреевна Комарова проводит эту экскурсию. Это фотография, когда дети находились на экскурсии в селе Албазино Сковородинского района. Это историческое село, куда пришли казаки в 17 веке и основали Албазинский острог. Первое русское поселение русских на Амуре. И здесь они находятся на территории Албазинского краеведческого музея. Уже пытаются представить себя казаками. Люди жили в это время. Это экскурсия «Амурский иконописец». У албазинцев, которые жили в 17 веке, было свое знамя, была своя икона, албазинская икона. И дети как раз в программу занятий было включено знакомство с иконой, которая находится в храме города Благовещенска. Подлинная икона, а здесь они находятся в иконописных мастерских. Дети узнавали, как пишут иконы. Здесь дети посетили храм, где для них была проведена экскурсия по знакомству с албазинской иконой. И вот здесь они на ступеньках храма сфотографированы с сотрудниками храма, служителями храма. На экскурсии в храме. Многие дети впервые попали в такую среду, потому что неблагополучные, из неблагополучных семей. Ну и, конечно, наряду с мастер-классами и экскурсиями у нас проводились репетиции, потому что итогом работы это был показ спектакля. Спектакль назывался «Сказ о доблестном албазинском казаке Федоре Опарине о землях дальних и народах малых». В соответствии с темой и идеей мини-спектакля «Сказ о доблестном албазинском казаке Федоре Опарине о землях дальних и народах малых» был осуществлен отбор сцен из романа Воронкова «Албазинец» и других источников. Сотрудники музея написали вступление, заключение к мини-спектаклю, был составлен перечень основных действующих лиц с краткими характеристиками и описаниями костюмов. Для постановки мини-спектакля сотрудниками Амурского областного театра драмы были изготовлены декорации, объемные, плоскостные, игровые, живописный задник, реквизиты, мужской, кольчуга, ножи, булава, щиты деревянные, женские, скалка, рубель, общебытовой, миски, ухват, икона, рушники и в том числе театральные костюмы. Комплекты женского костюма 17 века 2 единицы и комплекты мужского костюма 17 века 4 единицы. Итогом занятий стал показ спектакля в Амурском областном краеведческом музее Григория Степановича Новикова-Даурского. Всего за время посещения студии исторической реконструкции подростки показали 5 мини-спектаклей, в том числе в школе села Албазино Сковородинского района, куда специально у нас была запланирована поездка.
А также, помимо того, что были показаны спектакли в музее, в филиале музея «Дом Саяпина», для школьников села Албазино, участники студии исторической реконструкции также приняли в 2019 году участие в городском фестивале «Театральный Благовещенск». Этот фестиваль был посвящен году театра в России. Театральный Благовещенск – это пространство, где театральные коллективы, творческие студии, кружки, любительские объединения имели шанс заявить о себе и показать режиссерские, сценические и актерские таланты. Фестиваль стал самым массовым по количеству участников. 15 театральных коллективов представили 17 спектаклей. Показ длился несколько дней. В состав жюри фестиваля вошли лучшие представители театрального искусства города, опытнейшие педагоги и ведущие специалисты в области культуры и искусства. Они оценивали умение воплощать драматический материал на сцене, режиссерскую работу, сценическую культуру, исполнение спектакля, его музыкальное и художественное оформление, оригинальность творческого решения постановки, уровень актерского мастерства. А в рамках фестиваля в городском доме культуры города Благовещенска участники студии показали спектакль «Сказ о доблестном казаке Федоре Опарине о землях дальних и народах малых». Жюри оценило работу наших участников студии по достоинству. Участникам студии исторической реконструкции «Албазинец» был присужден диплом в номинации «Театральный дебют». Конечно, для детей это, конечно, было таким большой наградой, большим подарком. Не все верили в себя, не все думали, что они смогут поставить этот спектакль. И вот здесь как раз вот на фотографиях мы можем посмотреть как вот фрагменты нашего показов нашего спектакля. Вот, здесь мы как раз видим фотографии, видите, выступают у нас в музее. На эти спектакли были приглашены школьники города Благовещенска, друзья, родственники. Здесь фотографии, где дети показывают спектакль в школе села Албазино. От города Сковородино еще на автобусе 2 часа. Вот здесь дети как раз переодеваются в костюмы, за кулисье, так можно сказать. Это они в школе села Албазино уже в конце. Вышли все артисты. Директор Албазинской школы в конце спектакля говорит свое здравствуйте. Слово. А это уже областной театр драмы, где были представлены афиши спектаклей всех участников, в том числе и афиша нашего спектакля. Декорации. Фестивале, видите, в городском доме культуры. А это дети уже на награждении в театре драмы, где были собраны все участники Красной области.
получили статуэтку, подарки каждому ребенку. Это на сцене театра. И, конечно, вся эта работа была направлена на то, чтобы не только дети увидели другую жизнь, потому что я уже говорила, в основном это дети из неблагополучных вообще. То есть многие, некоторые дети вообще были первый раз в театре, в музее, и здесь были созданы все условия для того, чтобы дети, конечно, одним из важных показателей за указанный период это стало снятие подростков с учета. За те 2 года, что они ходили к нам, с учета было снято 19 человек. То есть это, конечно, большая работа. Многие дети сильно изменились. Изначально у нас были такие дети, которые даже 5-6 класс, они плохо читали, читали по слогам. И, конечно, мы даже мы сами не верили в то, что это дети смогут выучить роли, выучить этот спектакль, представить это все. И сами дети, конечно, многие не верили, потому что в школах они находятся в таком положении, что отношение к ним уже выработано, что это дети с плохой дисциплиной, с плохой учебой. Вот. И, а здесь даже учителя, которые приходили к нам на спектакли, приводили на экскурсии, у них были социальные педагоги к нам приходили, они увидели этих детей с другой стороны. Посещая студию исторической реконструкции, здесь, конечно, главное было, чтобы у детей развились уже иные качества, ценные качества, такие как коммуникабельность, общительность, самостоятельность принятия решений, чтобы у детей возникло стремление к творчеству, чтобы они показали себя с хорошей стороны, они показали себя в хорошем плане в нравственном, интеллектуальном и волевом отношении. То есть вот это самое главное, что мы хотели достичь, работая вот в этом направлении. Со многими детьми, мы подростками, некоторые уже поступили в профессиональные учебные заведения, в колледжи, потому что у нас были дети 15 по 16 лет. Некоторые заканчивают школу, даже некоторые собираются поступать в университет. И с ними разговариваешь. То есть, вот, наверное, вот, посещая эту студию, что-то у людей изменилось, потому что они ходили на экскурсии в театр, они видели театр с изнанки, за кулисами, они с ними общались режиссеры, с ними общались артисты, с ними общались ученые, когда они изучали здесь вот средневековую историю, сотрудники музея, преподаватели университета. То есть для этих детей были созданы условия. Они попали в такие условия, которые даже не каждый ребенок из благополучной семьи может попасть. Вот. И были случаи, когда они приводили своих друзей, товарищей, которые не состояли на учете, они просились, возьмите нас в эту студию. Но опять-таки у нас вот такой грант мы написали, что обязательное условие, чтобы этот ребенок стоял на учете. А вот хотела бы вам сегодня рассказать вот, о работе нашей студии исторической реконструкции Албазинец. Спасибо. Лариса Вячеславовна, спасибо вам большое за ваш рассказ и за вашу работу, которую мы понимаем, насколько иногда трудно, наверное, реализовывать, непросто.
Наверное, вопросов немного, есть только большая благодарность, но все-таки один вопрос основной, он возникает. Это скорее просьба. Поделитесь, пожалуйста, каким образом мотивировали ребят принимать участие в таких мероприятиях, потому что мы понимаем, что часто именно работа в области краеведения и, в принципе, работа ребят, она зависит не только от педагогов, но и в большой степени от семьи. Здесь, насколько я понимаю, такой возможности мотивации именно из семьи не было. И ребята, все-таки не привыкшие к такому виду деятельности, им, наверное, было достаточно сложно втянуться. Каким образом они мотивировались? Что являлось для них этой мотивацией? Ну, изначально, как говорится, что мы обратились в инспекцию по работе с трудными подростками в администрацию города, ну и, конечно, к социальным педагогам школ города. Конечно, вначале было сложно, трудно, потому что первый раз, когда опыта такого не было ни у нас, ни у кого-либо другого, и в других музеях, конечно, было сложно. Особенно, когда приходили сами дети. Изначально у нас было общее такое, так скажем, собрание. Были приглашены дети с родителями, приглашены социальные педагоги. Мы рассказали о том, в чем будет заключаться наша работа. Но, конечно, для детей было очень важно, что они поедут. То есть мы говорили, что мы поедем в село Базино, что мы будем показывать спектакль. Даже, наверное, в тот момент, сколько спектакль, а сколько сама. Но затем у нас, конечно, начались наши занятия.
У нас, к сожалению, были небольшие неполадки технические, поэтому хотелось бы продублировать вопрос. Лариса Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, как проходила работа с ребятами? Мы понимаем, что работа достаточно сложная, и вот каким образом их удалось замотивировать к таким постановкам? Спасибо. Изначально, как я уже вам говорила, мы обратились в администрацию города Благовещенска, обратились в отдел по работе с трудными детьми, а также социальным педагогам школ города Благовещенска. Они нам в этом помогли, потому что у них были эти списки детей, которые состояли на учете как внутришкольном, так и на учете ПДН, на учете в наркологическом диспансере. И было организовано собрание 1 августа 2018 года, куда были приглашены дети с родителями и, если была возможность, учителя были и социальные педагоги. Мы рассказали о планах, о программе, по которой будут заниматься дети. Но самое важное, наверное, что детей заинтересовала поездка. Поездка в село Алгазино. Для них это очень важно. Дети у меня были в возрасте, начиная от 10 и до 17 лет. То есть дети были разновозрастные. Группа одна, дети разновозрастные. И здесь вот было важно заинтересовать. Но всех заинтересовало то, что в программе поездки. Мастер-классы, экскурсии, репетиции. Но поездка была самая главная. Она мотивировала детей ходить, посещать. Ну и, конечно, спасибо сотрудникам музея. Потому что одна я бы, конечно, не справилась бы со всем этим. Потому что здесь были подключены и преподаватели вуза, и сотрудники музея, и сотрудники областного театра драмы, и сотрудники Амурского областного дома народного творчества. Потому что вся программа была вот как раз завязана на вот этих объектах, в том числе и наша епархия, Амурская епархия Благовещенская. Потому что нужно было ходить и в театр, и в храм, и посещать экскурсии, лекции. Ну и, конечно, самое главное, готовиться к постановке. Также мы организовывали не только, у нас были экскурсии, мастер-классы, но мы еще и как бы вне них общались, мы устраивали чаепитие, мы ходили вне музея на прогулки. Поэтому дети очень сдружились, и к ним уже отношение было не так, как в школе, ведь они там были как изгои, которые состояли на учете, там у них была проблемы с дисциплиной, проблемы с учебой. Девочка у меня ходила, которая вообще сбегала из дома, месяц ее не было. Кто-то из девочек даже состоял как по алкоголизму. То есть сразу говорю, что изначально, конечно, контингент был сложен. И заинтересовать детей, чтобы они ходили, они ради интереса начали ходить, но опять-таки были проблемы с дисциплиной, с дисциплиной поведения. То есть для них, для многих посещение музея, посещение театра, общение с сотрудниками музея, театра, преподавателями вузов, это было что-то вот неизвестное, они не понимали. И вот постепенно дети стали адаптироваться к этой среде. Конечно, не говорю, все было гладко, были и проблемы, и сложности, потому дети разный контингент, конечно, были проблемы с родителями. Родители, если семьи были малоимущие, конечно, тут как бы было легко, ну, достаточно легко работать с родителями. Но ведь были и дети, где родители тоже страдали от алкоголизма и не всегда работали. То есть тут еще были проблемы с родителями. Но спасибо социальным педагогам, которые помогали, они ходили по домам, напоминали, я звонила постоянно в семьи, таким образом мы детей поддерживали, и получилось-то благодаря тому, что все вместе держали детей, дети старались, и в конечном итоге вот получился даже вот спектакль, мы показали ход работы, и даже участвовали в городском фестивале.
Ну, хотелось бы, наверное, отметить и поблагодарить действительно всех причастных к вашему проекту, и епархию, и преподавателей вузов, и сотрудников вашего музея, и всех тех, кто принимал участие в работе с ребятами. Действительно, очень большой труд, и, наверное, все-таки стоит отметить, к сожалению, такая проблема и трудных подростков, она есть во многих регионах, и, возможно, ваш опыт, он подтолкнет как раз наших педагогов, наших зрителей провести подобный проект, провести проект там, на основе вашего опыта. Тем более мы видим действительно его результаты, и они не могут не радовать. Еще раз большое спасибо, Лариса Вячеславовна, за ваш рассказ и за ваш труд в первую очередь. Не говорю, не прощаюсь, говорю до скорых встреч. Большое спасибо за встречу. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое.